Гипно привет, дорогие друзья, с вами Владимир Ефимов. Я иллюзионист, эстрадный гипнотизер, консультант по вопросам психосоматики и ведущий двух сезонов шоу «Звезды под гипнозом». По многочисленным просьбам, по многочисленным комментариям я для вас специально записываю невероятно мощный сеанс осознанного сновидения. Если будете выполнять все те инструкции, которые я вам буду говорить, не побоитесь, то вы сможете попасть в свой первый осознанный сон с первого раза в этом самом видео. Если вы готовы, то пристегните ремни посильнее, и мы начинаем. Погнали! Итак, друзья, это видео записываю в своей гипнорезиденции. В принципе, я думаю, здесь всегда буду записывать эти сеансы. Если будет очень холодно, я перемещусь домой. Возможно, даже в лютые морозы буду здесь сидеть в каком-то полушубке, весь покроюсь инеем, но специально для вас буду записывать эти видео. Хотелось бы отметить, что, возможно, многие из вас пытались уже ранее, да, войти в осознанный сон, но ничего у вас не получалось. Я жду вам 100% гарантию, если вы будете выполнять все инструкции, о которых я буду говорить, все эти действия будете пропускать через себя, через свое воображение, через внутреннего себя, у вас все обязательно получится. Еще один факт, который хотел бы отметить, я не шизотерик, то есть не эзотерик, и себя к эзотерике никоим образом не причисляю и не говорю, что это какая-то наша душа, которая путешествует по иным мирам. Нет. В первую очередь, осознанный сон – это один из феноменов гипноза. Просто иногда люди спонтанно впадают в это состояние самогипноза, и у них ощущаются какие-то невероятные, какие-то приятные ощущения и ощущения, что они куда-то путешествуют. Давайте откинем все эти бредни. И самое главное, доверьтесь мне, в первую очередь, доверьтесь себе. И есть, естественно, ряд противопоказаний. Если вы беременный, либо беременная, вы не слушаете эту видеозапись. Также, если вы страдаете психологическими или психическими расстройствами и наблюдаетесь у психиатра, у вас какие-то неврозные расстройства, серьезные, тоже не смотрите. Ну, а если вы полностью психически, физиологически здоровы, тогда займите удобную позу. Идеально, если это будет поза лежа. Лягте. Вот прямо сейчас поставьте на паузу и просто займите позу лежа. Подложите себе что-нибудь под голову, так, чтобы вам было в первую очередь очень удобно. Чтобы ничего не сковывало ваше движение. Лягте на диван, на кровать. То есть именно в этом сеансе нежелательно слушать его сидя. Если вы прослушиваете его сидя, ну, что поделать, делайте это сидя. Отлично. Я уверен, что вы заняли удобное положение. И прямо сейчас, пока что глаза не закрывайте. Если вы закрыли, откройте. Посмотрите перед собой и задайте себе некую цель. Чего вы хотите добиться, глядя на одну точку. Возможно, это монитор вашего компьютера. Если же смартфон, и вы слушаете через наушники, пускай смартфон лежит в стороне. Или вы просто слушаете через смартфон эту запись. Сконцентрируйтесь на себе внутреннем, на своей фантазии, на своей идее, куда вы хотите перенестись. Какие эмоции, чувства хотите пережить. Концентрируйтесь только на одной точке. Ну а прямо сейчас сделайте глубокий вдох и на выдохе закройте глаза, позволив себе максимально расслабиться. Расслабьтесь до такого уровня, на котором вам будет спокойно и комфортно. Очень хорошо. Расслабьтесь так, как можете сами расслабиться. Хорошо. Ощутите это расслабление во всем своем теле. Прямо сейчас давайте удвоим это расслабление. Для этого сделайте небольшой вдох и приоткройте глаза. И сделайте теперь плавный выдох, глаза закройте и позвольте удвоить это расслабление, которое было буквально несколько мгновений назад. Расслабьте все свое тело от головы до кончиков пальцев рук и ног. Расслабьте каждую свою мышцу. Представьте, что все ваши мышцы полностью расслаблены. А сейчас давайте сделаем то же самое упражнение еще раз. Делайте приятный, теперь более глубокий вдох. Глаза открываете и выдох. Глаза закрываете. И ощутите, как
поток расслабления, поток спокойствия пробегает по всему вашему телу. От головы до кончиков пальцев рук и ног. Заметьте, насколько спокойно, комфортно вы себя ощущаете. Отлично. Дышите ровно, спокойно, так, как вы считаете нужным. Позволяя с каждым вдохом, с каждым выдохом, с каждым посторонним звуком, с каждым моим новым словом расслабляться все дальше, глубже и глубже. Шум ветра, звуки с улицы позволяют вам расслабляться все дальше, глубже и глубже. Очень хорошо. И в данный момент ощутите веки, почувствуйте мышцы вокруг глаз. Очень хорошо. Переместите весь свой фокус внимания на свои веки. И позвольте своим векам максимально расслабиться. Вместе с этим почувствуйте, насколько расслаблены ваши руки. Представьте, что ваши руки – это тяжелые мешки с песком, которые лежат сами по себе, и они очень тяжелые. Представьте, что такие же тяжелые ваши веки. Представьте, что ваши веки – это мешки с песком, с тяжелым, тяжелым песком. И одновременно ваши веки невероятно расслаблены. Невероятно расслаблено правое веко. Невероятно расслаблено левое веко. Вместе с этим расслабляются ваши руки. Расслабляется все ваше тело. И заметьте, что ваши веки расслабились до такой степени, что перестали работать. Заметьте, чем сильнее пытаетесь тянуть веки вверх, тем хуже получается. Позвольте, чтобы это происходило, что веки расслабились и перестали работать. И заметьте, что чем сильнее тянете вы их вверх, тем больше они расслабляются, словно веки не слушаются вас, осознавая, что вы в любой момент можете открыть веки. Но чем сильнее пытаетесь тянуть их вверх, тем хуже получается. И вновь глубокий вдох. Приоткрыли глаза. Открываете глаза по-настоящему. И выдох. Глаза закрываете и проваливаетесь в самое глубокое состояние расслабления. Делайте это расслабление в 10 раз больше, чем буквально несколько мгновений назад. Состояние спокойствия, физического, эмоционального расслабления. Погружаетесь все дальше, глубже и глубже. Прямо сейчас ощутите мышцы своего лица. Ощутите мышцы себя на лбу, ощутите мышцы своего лба, почувствуйте, как каждая морщинка разглаживается. Это чувство спокойствия, расслабления со лба опускается на ваши глаза, опускается на ваши скулы, опускается на ваши щеки. Почувствуйте, насколько сильно расслаблены ваши губы. Ощутите, как сильно расслаблена ваша шея, и как эпицентр расслабления находится на переносице. Ощутите это спокойствие, это расслабление в районе переносицы, слегка сдавливающее. Вы ощущаете его с каждым новым вдохом, с каждым новым выдохом, слегка сдавливающее, успокаивающее состояние. Очень хорошо. Это расслабление со своей переносицы. Начинайте медленно опускать вниз, вглубь, по всему своему телу. Замечая, как только будет расслабляться следующая группа мышц, предыдущая будет расслабляться в 2 раза больше, в 2 раза глубже, в 2 раза сильнее. Почувствуйте, как это расслабление с переносицы переходит на ваш затылок. Затылка переходит на шею, и словно затылок расслабляется в 2 раза больше, в 2 раза глубже. Почувствуйте, как это расслабление из шеи переходит на ваши плечи, и шея расслабляется в 2 раза глубже, в 2 раза расслабленнее. Заметьте, как расслабляются ваши руки,
от плеча до кончиков пальцев. Заметьте, как расслабляются грудные мышцы. А руки расслабляются в два раза больше, в два раза глубже. Как расслабляется ваша спина. Расслабляются мышцы живота. Вы слышите посторонние звуки. Если вы их слышите, они расслабляют вас еще больше, еще глубже. Расслабляются ваши бедра, расслабляются ноги от бедра до кончиков ваших пальцев ног. Очень хорошо. Просто сделайте приятный глубокий вдох, глаза закрыты. Ощутите, как воздух проходит через ваш нос, проходит в легкие, распространяется по всему вашему телу, и выдох. Приятное спокойствие, приятное расслабление. Дышите ровно, спокойно, комфортно, погружаясь все дальше и глубже, расслабляясь и погружаясь в это состояние гипнотического транса. Все дальше, глубже и глубже. Просто расслабьтесь. Очень хорошо. Сейчас вместе со мной начнете медленно считать от 5 до 0. Причем скажем по следующим счетам, скажем по следующей названной цифрой, вы будете называть ее в два раза тише, вкладывая в два раза меньше усилий. А сейчас вместе со мной вы начнете медленно считать от 5 до 0 вслух. Но с каждой последующей цифрой вы будете произносить ее тише и вкладывая в два раза меньше усилий, чем на предыдущую. И когда дойдем до 0, вы уже не сможете его произнести. Просто позвольте это представить, что цифры просто растворятся, исчезнут вместе с нулем. И тихо-тихо произносите 5 вместе со мной и расслабляетесь, словно опускаетесь, движетесь все дальше, глубже, в глубину своего подсознания. Подходите к цифре, вместе произносим 4, все дальше, глубже, расслабление, вкладывая в два раза меньше усилий, произнося его в два раза чаще. 3, в два раза тише, в два раза расслабление. Очень хорошо. Движемся дальше. 2, все тише, медленнее и расслабление. Позволяя цифрам растворяться, исчезать. И расслабляйтесь мысленно, все сильнее. И вот следующая цифра. 1. Все дальше, глубже, расслабление. И вот подходим к последней цифре. И словно вы ее даже не произносите, а просто слегка приоткрываете рот, потому что у вас все тело максимально расслабилось. Вплоть до кончиков пальцев рук и ног. Тихо, тихо. И расслабляетесь все дальше, глубже и глубже. Я произношу громко, вы проговариваете это у себя в голове. 0, 0, 0. Полное спокойствие и расслабление. От головы до кончиков пальцев рук и ног. Очень хорошо. Полное состояние комфорта, спокойствия, внутреннего и эмоционального равновесия и комфорта. 0 усилий к управлению своим телом, 0 усилий к управлению своими мыслями. Ну а прямо сейчас те образы, о которых я буду говорить, вы будете видеть
те чувства, о которых я буду говорить, вы будете испытывать. Если вы не можете визуализировать образы, которые будут к вам приходить, просто представьте их, думайте о них. И вы заметите, что в этом состоянии, если умеете визуализировать, все чувства, ощущения будут в сотни раз мощнее, в сотни раз ярче, если же вы это делали бы просто так. Ну а ваше представление, то, о чем вы думаете, то, что вы представляете, будет представляться еще лучше. Отлично. Заметьте вновь, как расслабилось ваше тело. Ощутите, как сильно оно расслаблено. Словно пытаетесь приподнять правую руку, она расслабляется еще больше. Просто представьте, что правая рука – это тяжелый мешок с песком. Тяжелая правая рука, тяжелая левая, тяжелые две ваших руки, такие же тяжелые ноги, такие же тяжелые плечи, тяжелая голова. Мысли словно слегка запутаны, но вы прекрасно мыслите. Вы просто расслаблены и продолжаете концентрироваться на моем голосе. И переведите весь свой фокус внимания на свои руки. Почувствуйте свои руки от плеча до кончиков пальцев. Очень хорошо. Заметьте, насколько они расслаблены. Ну а прямо сейчас у себя в голове мысленно, полностью осознавая, что ваши руки лежат неподвижными, мысленно начинайте ими слегка двигать вправо, влево на 1,5-2 сантиметра. Мысленно, своими воображаемыми фантомными руками. Понимая, что ваши руки лежат на месте, вы слегка начинаете двигать руками вправо, влево. Вправо, влево. Начинаете слегка приподнимать на сантиметр. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Начинаете слегка шевелить локтями, плечами. Слегка приводите в легкое движение свои руки, при этом полностью понимая, что они лежат неподвижными. Ощутите, как будто бы они двигаются. Точно так же переведите весь свой фокус внимания на свои ноги. Начинаете слегка двигать правой ногой, двигать левой ногой вправо, влево, вправо, влево. Слегка приподнимать их вверх-вниз. Но делать это своими фантомными ногами, своими воображаемыми ногами, понимая, что ваши ноги тяжелые, и они не поднимаются. Ну а мысленно вы ими шевелите, приподнимая вверх-вниз, вверх-вниз. Очень хорошо. Расслабьтесь. Ноль, ноль, ноль. Ну а прямо сейчас ощутите приятную вибрацию во всем вашем теле. Словно вибрирует каждая мышца, каждая клетка. Очень хорошо. Ощутили и расслабились. Ну а прямо сейчас давайте сделаем 10 глубоких вдохов и глубоких выдохов. При этом концентрируйтесь на всем своем теле, на каждой мышце, на каждой клетке. Так, глубокий вдох через рот. И выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Вот глубокий вдох. И выдох. И еще раз глубокий вдох. И выдох. Глубокий вдох. Выдох. Очень хорошо. Глубокий вдох. И выдох. Глубокий вдох. Выдох. Делайте глубокий вдох, задерживайте дыхание и выдох. Ноль, ноль, ноль. Заметьте, насколько расслаблено все ваше тело. И вновь мысленно начинаете шевелить своими руками. Также мысленно приводите в движение свои плечи, приводите в движение голову, приводите в движение свои руки, ноги. И словно мысленно пытаетесь встать. И начинаете действительно вставать, но понимаете, что ваше тело лежит на месте. И начинаете медленно шевелиться. Когда считаете до 3, встанете со своего места, а вы физически останетесь лежать. 1. Медленно приподнимаете голову. 2. Отрываете плечи. 3. Отрываете ноги. Отрываете руки. Встаете. Поднимаетесь. Смотрите мысленно по сторонам. Открываете глаза, полностью осознавая,
что лежите рядом. Посмотрите на себя со стороны. Очень хорошо. Это абсолютно нормально. Возможно, вы испытываете легкое сердцебиение, учащенное дыхание. Это абсолютно нормально. Сделали глубокий вдох, выдох. И прямо сейчас ваша задача сконцентрироваться на том, где вы хотите оказаться. Для начала посмотрите на свои руки. Посмотрите на свои ноги. Посмотрите на все, что вас окружает вокруг. Очень хорошо. Когда досчитаю до трех, щелкну пальцами, вы перенесетесь в то обстоятельство, где вы хотите оказаться. Возможно, это будут горы. Возможно, это человек, рядом с которым вы хотели бы оказаться. Возможно, это ваше какое-то комфортное место, где вы любите находиться. Сконцентрировались на этом месте. Один, два, три. Переноситесь в это место. Позволите себе там оказаться и делайте там все, что вы хотите делать. Полностью осознавая, что это вы делаете не в реальной жизни, а в этой жизни можно попробовать сделать что-то действительно бесшабашно. Делайте что-то и получайте от этого максимум положительных эмоций. Очень хорошо. Делайте это. Хвалите себя за это. Угу. Делайте все, что угодно. Я дам вам немного времени. Отлично. Хорошо. Сейчас я досчитаю до трех. Щелкну пальцами. Вы вновь куда-то перенесетесь. Туда, где хотите оказаться. И ощутите себя там. Еще комфортнее, еще приятнее. Один. Два, три. Очень хорошо. Теперь вы можете сами решать, куда вы хотите отправляться, что делать. Я дам вам немного времени. Это ваше время. Распорядитесь им так, как вы считаете нужным. Отлично. Делайте то, что вы хотите делать. Переноситесь туда, где вы хотите оказаться. Отлично. Ощущайте себя классно, приятно, хорошо. Очень хорошо. Отлично. Ну а прямо сейчас, когда щелкну пальцами, вы вновь перенесетесь и окажетесь рядом с собой. Рядом с тем местом, где вы вышли из своего тела. Рядом с тем местом, где вы перешли в этот осознанный сон. Полностью понимая, что вы не спите, вы бодрствуете, но бодрствуете именно в своем подсознании. Один, два, три. Понаблюдайте за собой со стороны. Смотрите за собой со стороны. Получая невероятные приятные эмоции. Невероятно приятные ощущения. Отлично. Хорошо. А теперь вы понимаете. Пока вышли, наблюдайте за собой со стороны, что каждый следующий раз, просматривая это видео, вы сможете вновь повторять этот приятный опыт. И каждый следующий просмотр этого видео будет оказывать еще более приятные, невероятные, положительные эмоции. Отлично. Досчитая до трех, щелкну пальцами. Вернитесь в себя
и ощутите себя лежащим в том месте, где вы закрывали глаза. Один, два, три. Просто расслабьтесь. Ощутите, как вы лежите, но все ваше тело также расслаблено. От головы до кончиков пальцев рук и ног. Все тело полностью расслаблено. Вам хорошо, комфортно, спокойно. Отлично. Вы получили приятный, положительный отзыв для себя. Приятный, положительный опыт для себя. Узнали о себе что-то новое. А сейчас, с каждым им новым словом, вы будете ощущать, как возвращаетесь в реальный мир, который намного круче и ярче того воображаемого, в котором вы были. Отлично. Начинаю медленно считать от 1 до 5. Когда скажу 5, ваши глаза откроются, вы вернетесь в свое обычное состояние. Бодрыми, энергичными, полны сил, энергии действовать в этом реальном мире. 1. Из чувства глубокого расслабления вы переходите в состояние просто расслабленности. 2. Ощутите все свое тело от головы до кончиков пальцев рук и ног. 3. Подвигайте руками. Очень хорошо. Подвигайте ногами. Заметьте, насколько приятно и комфортнее ими двигать. Отлично. Дышите глубоко. Вдыхаете через нос и выдыхаете через рот. Продолжаете вдыхать и выдыхать. Просто представляя, что вы дышите приятным морским воздухом. Возможно, приятным морозным воздухом. Очень хорошо. Заметьте, насколько вам хорошо и комфортно. Нет никаких дискомфортных ощущений, только чувство комфорта, спокойствия, внутренней радости и нового, приятного, положительного опыта. Отлично. 4. Вы находитесь здесь сейчас, в своей комнате. Слышите отчетливо мой голос, слышите отчетливо все звуки вокруг, но они оказывают на вас исключительно бодрящее, энергичное действие. 5. Сделали глубокий вдох и выдох. Открываете глаза, возвращаетесь и ощущаете себя намного лучше, чем раньше. Я уверен, что вам невероятно понравилось это видео. И поэтому прямо сейчас, не отходя далеко от своего монитора, просто поставьте лайк. Напишите обязательно комментарий, насколько вам понравилось или не понравилось это видео, какие ощущения вы испытали прямо сейчас. Мне очень интересно. Если у вас не получилось глубоко погрузиться в это состояние прямо сейчас, с первого раза, посмотрите это видео на следующий день, возможно, через 2 дня, и я уверен, что вы сможете погрузиться в это состояние еще дальше, еще глубже и действительно испытать это невероятное ощущение. Ну а также подпишись на канал, обязательно нажимай колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И все, что здесь происходило, было только для вас. Ну а с вами был Владимир Ефимов. До встречи!